В одной руке пушка, в другой держит скрипыша. Я ну мастер нашей мании есть в местечке. Подписался на канал, мне станет меньше. Эй, вы куда все бежите-то? Что случилось? А, Спанч-Боб, скажи, что случилось? Я ничего не понимаю. Он, походу, тоже ничего не понимает. Что происходит здесь вообще? Не понимаю ничего. А теперь я понимаю. Ребята, за мной бежит просто мама-русалка. Длинные ноги, я не знал, у нее же ноги-то не длинные, у нее же руки длинные. Всем здрасте, с вами Нубастер. И сегодня мы в эту игру залетастер. Это моя игра, да, если хочешь, Рельф. Подождите, сейчас я продолжу. Подождите, что это там такое? Что это такое, подождите? Надо догнать, срочно нужно догнать. Чё? Надо это исправить, в машину нельзя сесть. Так, подождите, вон, смотрите, тачка сама по себе пошла загорать, потом она пошла плавать. Короче, ладно, ребята, смотрите, что нашел, вот это да. Давайте позырим, что здесь происходит, ребят, что такое в моей игре. Спанч Боб, ты куда поплыл, мальчик? Ребят, смотрите, Спанч Боб плавает. Подождите, сейчас я его догоню, я покажу. Вот это, он мяч хочет поиграть. Ребята, это просто игра, не игра, а просто что-то, видите? Я засмотрелся, загляделся всего лишь на одну секунду, на одну минуту. И все, ребят, меня сожрали, меня сейчас опять сожрут. Вон. Надо быстрее, короче, убегать. Сейчас я убегу в безопасное место, подождите. В безопасное место, и сейчас я вам все расскажу, все покажу. Сейчас печку поглажу, подождите. Короче, ребята, в этой игре, в моей игре, если вы хотите зайти в мою игру, прямо сейчас поиграть вместе с Нубастером, прямо сейчас, подождите, Стив, хочешь привет передать? Ну, в общем, смотрите, дай я на тебя встану, чтобы я был, это удобнее мне было. Если вы хотите поиграть, ладно, это шутка. Если вы хотите поиграть, ребята, в мою игру, тогда вы должны поставить этот ролик, должен набрать много лайков, действительно. Ставь лайкосик прямо сейчас, именно от тебя зависит, будут ли все играть в эту игру или нет. Тогда я выложу эту ссылочку в описании официально в Роблоксе. Обещаю, если ролик наберет много просмотров и много лайков. Ладно, просто много лайков, да, не важно сколько просмотров. Главное, ставьте лайкосики. Каждый по лайкосику, и вот уже у нас все получится. Ребята, короче, игра супер. Сейчас расскажу, что в этой игре надо делать. Короче, в этой игре мало того, что мы убегаем от вот этого монстра, прекраснейшего монстра, который здесь до всех докапывается. Даже до машины полицейского докапывается, ребят. Короче, у нее вместо ног вот что, ребят, видите? Нуб, ты что там подглядываешь? Ты что делаешь? Нуб, никто не знает, что тут нуб. Ай, ай, ему достается. Очень больно ему, ребят. Ау! Так уйди тогда отсюда под водой. Я не могу. Почему? Давай быстрее вали отсюда. Нет, ау, по голове попала. Да убеги быстрее, сейчас тебя задавит, придавит машина. Смотрите, это что, курица? Ребята, ничего себе, курица здесь незаметно. Тоже шпион, смотрите, шпион-детектив. О, здрасте. Забор покрасьте, ничего себе ты. Конечно, пловец молодец. Ладно, ребят, давайте позырим, что тут еще есть. Так, тут все понятно. Это что такое вообще? Это что тут получилось, приключилось? О, тут какой-то романтик розу потерял. Ладно, ребят, давайте... Тут вообще кто-то застрял конкретно. Парень, да у тебя вообще большие неприятности. Я знаю, без тебя лучше помоги мне. И что я могу сделать тебе? Как я могу помочь тебе, если тебе вообще... Не знаю, я сами застрял за зонтик. Ну, меньше будешь под зонтик... Это что такое? Подождите, я не верю своим глазам. Это что такое? Это что за плесун тут? Это что такое? Да ты, он пройти не может в стенку. Ребят, понял. У меня, кстати, в этой игре моей есть секрет, ребята. Есть секрет. Вот смотрите, нуб выбрался. Подождите, или это его брат? Или его брат этот? Там, походу, до сих пор все происходит. Реально, нуб там до сих пор сидит и не может выбраться. А это что такое? Это Абобус. Ребята, Абобус-то как попал за карту, ё-моё. Ладно, давайте, короче, я вам вот что расскажу. В моей карте, когда вы поставите много лайкосиков, подождите, то что там? Он воду ищет в пустыне, короче. Заблудился, чувак. В моей игре я показываю. Вот, нужно находить шлёп и врагов. Шлёпы, например, Бингус находится под столом, например, сам шлёпа находится
точнее девушка шлепы, находится на пальме. И так далее, ребят. Я не буду вам рассказывать, показывать, где сидят все шлепы, но кто найдет, тот реально всю игру пройдет. Вот, допустим, чувачок. Нашел? Ой, это же королевский шлеп. Ребят, короче, в моей игре надо находить. В моей игре нужно находить, короче, шлеп. Это не только. Не только в этом вообще заключается смысл игры, конечно. Здесь вообще все прекрасно, опасно, я бы сказал. Вот прям вот на рабочий стол все на компьютер поставлю. Красота, красота. Ладно, надо, короче, сагрить маму длинные ноги. Маму длинные ноги сагрим и скатимся с горки. Скатимся с горки, и потом я вам кое-что расскажу еще интересное. Давайте, короче, погнали. Сядем на курицу сейчас и доплывем. Да, может, надо на Спанч Боба. Бедный Спанч Боб. Развалился конкретно, ребят, смотрите. Бедные его ботиночки, ё-моё, может его эту штуку взять и поплыть на ней? Ладно, Спанч Боб, лежи, попозже тебя починю. Пойдемте, короче, нужно нам отвлечь, смотрите, как я плаваю хорошо. Нужно нам отвлечь маму, короче, ноги русалки. Подождите, у меня голова отвалилась, по-моему. Ё-моё, чинить придется, что ли? А нет, всё в порядке, всё на грядке. Она что, за мной плывет? Она не может никуда плыть, ребята, короче, её нужно спасти. Срочным образом длинные ноги. Прямо сейчас, так как я разработчик этой игры. Сейчас, секундочку, ребят, секундочку, минуточку, дайте я отплыву подальше. Я ищу модель мамы длинные ноги, которая находится где-то здесь. Вам этого экрана не видно сейчас. Но сейчас я делаю кое-что в меню. Вот, видите, у нее появилась, получается, такая штука. Видите? Опа! Все, теперь мы можем управлять мамой длинные ноги. Мы ее сейчас отправим не на Луну. Подожди, да не туда! Не туда. Это отпусти меня! Куда? На себя отпустил! Да не туда, вон туда давай, на бережок. На бережок поднимись. О, нет, ребята, где мама длинные ноги? Вон она, я ее нашел. Вот мама длинные ноги. Давайте, короче, ее попробуем поднять в другую сторону. Да, я говорю, я создатель реально этой игры. Если вы хотите поиграть в эту игру, тогда этот ролик должен набрать много... Ребята, она там конкретно застряла, я не знаю, что с ней делать. Короче, игра просто сплошные глюки и сплошные баги, я вам так скажу. Да, это так. Я признаюсь, но нет, уже работает конкретно, можем убрать даже вот эту вот полосочку. Короче, ребята, давайте скачемся с горки, я вам покажу следующую игру, короче, про маму длинные ноги, но в этом ролике мама-русалка. Реально русалка, и это еще не все, ребята, эта карта не заканчивается на этом, это всего лишь пляж. Маленький кусочек, малюсенький кусочек этой карты. Вот вы посмотрите, кто-то вообще забрел. Сейчас, подождите, посмотрим, кто там. Кто это у нас там такой смельчак? Смотрите, кто-то отправился просто путешествовать по пустыне. Ребята, пустыня бесконечна вообще. Сюда можно добавить еще кучу всяких секретов. Вы просто представьте, сколько можно всего добавить. Да, кстати, еще администратор. Кто хочет стать администратором моей карты игры? Тогда ты... Ну, мы потом проголосуем, ребята. Мы потом проголосуем, когда ролик наберет много лайков. Да, без лайков ничего не выйдет, ничего не получится. Короче, скатываю с горки и показываю вам следующую, ребят, следующую реально. Как это работает? Ага, понял, принял. Так, подождите, оп, нужно как-то запрыгнуть туда. Что такое, не получается. А, вот, все, ребят, реально работает. Смотрите, реально работает, ничего себе. Уху, ничего себе, я быстрый, я не знаю, что такое быстрый. Ладно, ребята, я поплыл в следующую игру. Подождите, кого я там схватил? Только что кого-то я там схватил. О, горочку можно перемещать. О, давайте сюда я поставлю, тут она лучше. Короче, ребята, я предлагаю так, и мы можем здесь все в игре взять, да? Вот, вы не видели такого Роблокса, ребята? А я вижу его каждый день. Это называется разработчики Роблокса. Короче, ой, мяч такой полетел. Короче, ребята, давайте зайдем в старую нашу игру, в которую мы давно не заходили. И посмотрим, что же в ней поменялось, да, пес? Ну все, вези меня, пес. Поехали в следующую игру.
все, мы залетели в эту игру после моей игры. Пес меня сюда принес. Короче, ребят, куда бегу? Никуда не бегу, не знаю. Я почему-то бегу на месте. Короче, ребят, сосиска в тесте. Хочешь сосиску в тесте? Тогда ставь лайк прямо сейчас. Короче, смотрите. В этой игре обновилось все, даже походка. Опа, мне стало легко просто ходить. Я просто обалдел от того, как здесь все стало прекрасно. Короче, ребят, больше всего, что здесь я могу найти. Подождите, смотрите. Говорят, заплатите деньги за то, что я что-то нашел. Мне говорят, заплатите деньжата. Вы что, ребята, совсем что ли? Ку-ку-ку-ку. Короче, ребят, смотрите, у меня вот что есть. Я могу стать самым страшным в этой игре с Слендерменом. Ребят, тут написано, что это экстремально сложный чувак. Смотрите, экстремально. Так, у меня есть вот такой. Давайте я вам просто покажу, не буду во всех превращаться. Что это такое? Короче, смотрите, давайте просто покажу, какие у меня есть редкие чувачки. Есть просто невидимый. Невидимая мама, длинные ноги. Короче, анонимус. Давайте, который самый будет интересный, мы будем реально их смотреть. Смотрите, ребят, какие у меня здесь есть. Кого я считаю реально крутым, а кого я считаю реально пустым. Смотрите, внимательно. Бен, все, извини. Извини, ты уже непопулярный, короче, но зато здесь есть мой любимый кот. Воу, он сел, бутерброд. Короче, ребят, смотрите, он реально в шоке, он вас впервые видит. Вы реально, вы можете немножко от экрана отодвинуться? Кот просто в шоке, он не знает, что ему делать. Он смотрит, говорит, вы что такое, мне места нет, хватит на меня смотреть. Ну что вы смотрите на кота? Не смотрите на кота, та-та-та. Короче, ребят, смотрите, у меня вот что есть. Я хочу вот что купить. Смотрите, здесь получается дальше стоят чувачки, которые вообще никак не найдены, они не разблокированы. Здесь их просто немерено. Просто такое чувство, что кто-то их делает днями и ночами. Он просто сумасшедший. Смотрите, сколько здесь, ну сколько это денег, сколько это труда. Ой, я кого-то увидел. Подождите, смотрите, я увидел чувачка. Стоит, короче, 64 робукса. 64 робукса я могу себе позволить, чтобы купить эту тетеньку. Смотрите, тетенька, покажись, как ты выглядишь, тетенька, где тетенька? Вот она, тетенька. Оп, мы стали. Что такое, мальчик? Тебя что, раздавить? Иди, я тебя съем. Иди-ка сюда, я тебя съем. А, ты девочка, ну я тебя тоже съем. Короче, подожди, ничего себе, вот это прикол, ребят, вот это я, конечно, арбуз, смотрите, опайки, я даже не знаю, кто это, это моя учительница, опа-па-па-па-па-па-па, что, двойку получил, сейчас я тебя сожру за это, короче, ребят, давайте пойдемте искать секреты, почему нам все геймпассы, кстати, нам бы какой-нибудь геймпасик. Смотрите, если мы нашли вот этот геймпасик, нам его уже продадут всего лишь за 400 робуксов, за 100 робуксов, а не за 400 робуксов. Но у меня нету столько робуксов, чтобы реально располагать такими штуками. Они говорят, купите джетпак. Ребята, точно, у меня же было 100 робуксов. Вот я болван, надо было купить себе джетпак, ребята, короче, как я туда влезу-то? Как я теперь туда влезу-то? Я вообще все испортил. Короче, во-первых, себе купил толстый скин. Теперь я себе туда влезть не могу, короче. Теперь вообще, ребят, даже в дверь пройти не могу. Ничего не могу сделать конкретно вообще. Что делать-то мне? Как мне теперь в этой игре-то существовать? Двери-то вообще теперь для меня недоступны. Короче, так я еще и все робоксы потратил конкретно. Короче, так и что мне делать-то вообще теперь в этой игре-то? Не знаю, может быть, сесть на пенек и съесть пирожок, я не знаю, может хоть в паровоз залезть. Давайте хоть в паровоз залезем, не знаю. О, вон там зелье, походу, какое-то. Ребят, дайте мне его выпить. Может, я уменьшу, может, это зелье уменьшит за яйцо. Ну-ка, давайте. Крокодил какой-то, ну-ка. Вот я забрал, просто съел, ребят, мне даже ничего не дали, я просто его сожрал, короче, понятно? Короче, это существо просто все ест. Короче, я не могу ничего сделать, ребята, что такое, вообще застрял, нет. Спасибо тебе, что ты не застряла. Не застрял, я не знаю, ребят. А мама длинные ноги, это вообще он или она? Я не знаю. Ну, в принципе, она, да. Но я не знаю, такого существования не существует. О, это выдуманный персонаж. Давайте будем считать, что это мама длинные ноги. Это она. Все-таки это девочка. Все-таки это тетенька. Все-таки это... Не знаю. Ну, кто это, ребят? Какие шортики? Подождите, или это вообще все шортики? Я не пойму. Она что, шортики на себя натянула просто и все, что ли? Это что такое, ребят? Смотрите. Оп. Короче, я вообще в шоке, конечно.
Ну что мне делать-то? Никто не удивляется моему скину вообще. Куда идти-то надо? Вон, надо гараж открыть. Короче, для меня только походу это. А, так мы еще и не можем. Обалденная игра, короче. Что скажу, ребят. Мы еще и не можем, короче, перчулечку нашу, перчаточку одеть. Короче, надо вот так вот, опа, обновиться, короче, восстановиться и прогулиться. Короче, я знаете, что хочу сделать? Ну давай, нажимай, парень. Короче, ребят, я вот что хочу делать. Здесь есть кое-что. Я хочу туда отправиться. Прямо сейчас. Куда? Вы спросите. Короче, телепорт. Смотрите, телепорт. Я... Знаете, мне самое... Самое ненавистное просто место в этом, короче, это... Вот это, по-моему, Атриум, если я не забыл. Тут еще кафе какое-то появилось. Смотрите, сколько карт появилось здесь. Ничего себе. Ничего не появилось, ребят, я шучу. Вообще ничего не появилось, ничего не обновилось. Короче, только целыми днями они делают эти все вещи свои. Короче, все модели. Так, как мне туда залезть? Опа, вы видели, там электричество было. Я его упустил, я его пропустил. Ёлки-палки, ребят, что делать-то там мне теперь? Я не знаю, короче. Почему я не люблю это место? Я сейчас сообщу. Потому что мне нужно туда подняться каким-то образом, а я не могу. Кстати, я вспомнил. Я туда, по-моему, поднялся каким-то образом. Потому что этой штуки там больше нет наверху. Больше нету. Я помню, по-моему... Да, точно, я помню, я забрался туда, короче. А эта штука просто бесполезная, короче. Это полдня просто коряжился. Тихо. Ничего себе, ребят, зырьте. Бокс-перчатка. Нужно бокс-перчатку сделать. Или чё? Ты кто? Там кто-то сидит, ребят, смотрите, ничего себе. Ошибка, проверьте, если у вас нужен инструмент. Какой инструмент? Как, короче, какая-то перчатка, походу, нужна. Я не знаю, зимняя перчатка, походу, но у меня она в шкафу где-то лежит, не знаю. Мне лень доставать, парень. Можешь просто так открыть, показать, что там, кто там сидит вообще. Что там происходит, ничего не может показать, ничего не может рассказать. Тогда мы будем сами это все находить. Этот робот у меня есть, он мне не нужен, короче. Смотрите, как я бегу. Просто легко. Мне вообще... Я просто люблю жизнь, называется. Люблю жизнь, люблю лето. Кстати. Кстати, ребята, хочешь лето? Тогда. Хочешь бесконечное лето? Вы хотели бы бесконечное лето? Или вы бы сказали, типа... О, магазин. Или бы вы сказали, типа, что... Ой, мне надоело солнышко. Хочу себе снега, короче, ребята. Сугроб с разбега. Короче, пока что здесь пособираю. Ничего себе. Смотрите, секрет просто, секрет, мамин винегрет, ничего себе, давайте попробуем туда запрыгнуть, подождите, подождите, у меня уже голова, правда, закружилась, я вообще застрял в полке, ребята, вот до чего это все довело, подождите, смотрите, что я нашел, вы это видали, ребята, может это тому чуваку надо дать? Где он, где мы видели эту раздевалку, подождите. Подождите, только что мы где-то были. Был, короче, робот. И... Вот здесь, точно. Давайте попробуем ему дать, может быть, это. Смотрите. Я его выкинул! Чего? Я только что зачем-то на X нажал. Обалдеть! Я потерял эту штуку. Нормально, я вообще полный нуб. Реально. Реально у меня канастер. Канал называется Нубастер. Не просто так, ребят. Короче, я в шоке. Сам от себя. Давайте дальше возьмем эту вещь. Ребята, смотрите. Мы открыли секрет. Точнее, я открыл. Вы, как всегда, сидите и глазеете. Смотрите, там вдалеке! Вот это да! Смотрите, ребята! Сейчас я, короче, ребят, реально туда залезу как-нибудь. Смотрите. Беру эту штуку и с ней лезу. Мне нужно ее взять. Мне нужно взять и теперь подпрыгнуть. Так. Главное опять в полке не застрять. Давайте попробуем прыгнуть. Прыгнуть и нажать на X. И вот... Нет, не получается. Как-нибудь, что-нибудь, ребята. Короче, не знаю, попробуйте этот баг. Это просто круто. Это просто утро какое-то, не знаю. Причем здесь утро, не знаю. Короче, давайте последнее делаем до конца. Делаем до конца, берем вот эту штуку, которую я нашел.
и мы отдадим тому чуваку. Может, он нам покажет хотя бы одним глазком? Что потом? Кто там сидит вообще? Кто там сидит, а? В шкафчике я хочу посмотреть. Мне очень интересно. Хочу утолить свой интерес. Прямо сейчас, на! На! Аккуратно, по башке могу все это дать. Не хочет брать. Ты чё, серьезно? Да я ж так корёжился. Ну-ка, забирай. Он украл меня, только что украл мою вазу. Ладно, ребята, короче. Подписывайтесь на канал, если хотите, чтобы игра Нубастера вышла в Roblox, и вы поиграли в нее. Нашли всех шлёп. Короче. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Не сделал, тогда сделай. Дальше. Напишите комментарий, да, вопросик дня. Давайте какой-нибудь вопросик дня придумаем, короче. Давайте так, мы сейчас все выясним. Значит, циферка 1 – это те, кто любят самокаты. И циферка 2 – те, кто любят велосипеды. Сейчас мы узнаем, кто круче и кого больше. Циферка 1 – самокаты, циферка 2 – велосипеды. А интересно, к чего же я люблю? Я люблю вот такие штучки собирать. Мамочка, длинные ноги, человеческая форма. Что за бред? Что за... Ты почему такой большой? За лето подрос. Ладно, ладно. Ну что, ребят, ладно, я еще немножко поиграю в эту игру. А вы все знаете сами. Тут пахнет усами. Это вообще самая некрасивая модель в этой игре. Ничего не может, смотрите. Очень. Еще и пляшет на ходу. Тут надо музыку вставить. Давайте все, вставляю крутую музыку здесь. Вот так вот. И все.